Приветствую вас на канале Ask Mother Play. Мы играем Hitman 3. Так, Уолтон Крик, другая жизнь. Так, это продолжение. Так, общество Ковчега. Давайте послушаем. Что это за миссия такая? Общество Ковчега. Что, кто-то сваливать решил с земли, что ли, или что? Ой-ой-ой. Так, загрузка завершена, давайте. Доброе утро, 47-й, так? Не, меры предосторожности. Что-то новое. С видеоролика начинается. Почему-то этого не предвидел. Боже, мы были на волосок от гибели. Старик мог всех нас уничтожить и наши семьи. Вам кажется, что вас предали больше, чем меня? Подумайте, пожалуйста. Янус мертв, Лукас Грей скоро к нему присоединится. Загнанное в угол животное опасно вдвойне. Давайте проясним ситуацию. Нас не раскрыли, угроза устранена, все вернулось на свои места. Отныне мы хотим, чтобы вы... Нет, я не буду этого делать. Как вы смеете подвергать сомнению мою верность? Вдруг предательство заразно? Вы действительно хотите сделать это со мной? Какие-то проблемы, секретарь? Никаких проблем, мадам. Ой, а, так это все голограммы были, что ли? Это компьютерный мир или что? Или там по-настоящему там это помещение висит? Хрен знает где. Давай, прими лекарство. Это чип какой-то? За преданность. Так это мини-бомба или что это? Ну, во льдах пробираемся на Северный полюс. Мой связной на острове подтверждает прибытие Константы. Мы отправляемся на закате. Вот, на случай, если команда взбунтуется. Зачем вы за это взялись, мистер Грей? Вы же могли уйти. Почему не решились? Почему? Вот интересный вопрос. Год назад я охранял одного банкира по имени Коб. А потом узнал, что он агент Providence. Выходит, я десятки лет бегал, но в итоге вернулся к исходной точке. У всех нас на затылке есть штрих-код. Многие не замечают. 47-й рассказал мне про ваших родителей. Как они погибли? Автомобильная бомба. Сюррей, 1989. Фирма Blue Seed не хотела платить за свои ошибки. Но я считаю, что неприкасаемых не бывает. Соболезную вашей утрате. Вы чувствуете, да? В отличие от него, вы чувствуете все, что совершили. Ну, конечно. Совесть. Очень опасная штука. Ну да, что такое-то у нас начало какое-то, не как всегда, не доброе утро, 47-й. Так. Ну все, ролик мы проиграли. Подождите. Внимание, господа. Наш связной на острове сделал важное открытие. В шею Константы вживлен чип с ядом. Это защита на случай, если его раскроют. Черт. Нечто подобное стоило ожидать. Значит, надо вырубить Константу, прежде чем он отреагирует. Все не так просто, чип активируется удаленно. Пока Константа на острове, две аварийные кнопки находятся у сестер-близнецов Зои и Софии Вашингтон. Молодых амбициозных агентов Провиденса, которые недавно назначили сопредседателями общества Ковчег. Похоже, даже сам Константа не догадывается об этом. Ясно, новый план. Разделяем и власть. 47-й берет сестер Вашингтон, а я найду способ вывести Константу с острова. Будет трудно по совести возвращения на корабль, мы проведем операцию. Так, пока партнеры не помнили 47-й. Окей, на. Расскажи мне о цели. Я читал о них в архиве. Отец Зои и Софии, глава консервативно-аналитического центра. Одного из самых главных ресурсов Провиденса.
Яблоки от яблони недалеко падают. Сестрички далеко не святые. Водосеемка их называют избалованными тусовщицами, которые обожают искать сокровища. Командуя отрядом безбашенных наемников, Зои и София прочесывают мир в поисках древних реликвий. Они плюют на местные традиции и даже жизни людей, чтобы заполучить добычу. Что ж, хоть они и побочные жертвы, но заслуживают этой участи сполна. Вот. Сестер. Пу-пу-пу. Эй. А, ну все. Что у нас тут? Опа. Опа. Я уж помню, да, эту миссию я долго проходил. Сейчас постараюсь по-маньячному, по-быстрому пройти, потому что... Ну, по замку шарится, там, где каждая собака знает, узнает. Это проблематично. Вот здесь, кстати, я даже помню, когда я раньше проходил, у меня тоже там гора трупов была, хотя там я, как сказать, старался целый день убить, чтобы сделать по миссии все. Ну, то есть это по сюжету там как-нибудь на несчастный случай вывести. Ни хрена. Горы трупов там, потому что я говорю, из-за того, что тебя узнают многие. Из-за этого только. Ну давай, еще реплика одна. Где ты, реплика? Остров Тени. Штаб-квартира общества Ковчега. Общество Ковчега, основанное Янусом в 1991 году, самый элитный клуб в мире. Состоящие в нем полутократы боятся так и готовы выкладывать миллионы. За свою что, безопасность или за что они там готовы выкладывать? Раз в год они собираются здесь, чтобы купить новейшие продукты для выживания. А также представить последние достижения и проекты. О, еще и торгаши. Верно, съезды проходят в атмосфере секретности. Поэтому мы очень мало знаем о том, что творится за этими стенами. Сестры Вашингтон проводят ежегодный съезд впервые в качестве сопредседателей общества Ковчега. А Константа всегда посещает такие места. В остальном действуйте по ситуации. Удачи, господа. Она вам явно понадобится. Да, конечно, понадобится. Так, ладно. Сохраняем. Смотрим, тут ничего у нас нету подобрать. Так, еще один. Подходите нам, сэр. Мы как раз начинаем. Добрый вечер. Я смотрю, кому-то не терпится попасть внутрь. И вас никто пистолетом не подгоняет. Итак, на чем я остановился? Так. Дамы и господа, добро пожаловать на ежегодный съезд общества Ковчега. Вы спонсоры Ковчега, можете свободно гулять по территории замка, но некоторые области вход запрещен, в том числе в крепость, где находятся члены общества, конференц-центр и зал заседаний совета. Если вы хотите поступить в наше общество, учтите, что членство нельзя купить, только заслужить. Все готовы? Отлично. За мной, пожалуйста. Вот сейчас вот подожди минутку. Я хочу посмотреть, что здесь есть. Я не понял, это что за коряга? А, подожди. Смотри, что я придумал. Так. Минутку. А тут я при чем? Развернись его в ту сторону. Будь так добр. Давай, отнеси. Уж сделай милость. Ну иди обратно, вставай. Так, пистолет убран. Ну что стоишь-то?
Давай. Ты тоже вали. Так. Так, надо мне. Вот так вот. Пакостим. Кто из вас пойдет? На. Блин, забыл удавочку-то применить. Ну ничего. Да все нормально. Тихо. Блин, я так и знал. Спалили. Ладно. Все равно я удавку. Блин, подожди, стой. Так. Ладно. Пригодится. Только. Ой, нет. Вот. Пакостим. Уходим и ждем. Давай. Маньячелла. На. Хопа, избавились. Так, удавочку спрятали. Пойдем. На. Стой. Иди сюда. Вот так. Подожди, переодеться. Мало ли. Вдруг твоя одежда мне понадобится. И избавимся от тела. Какой я молодец. Давайте соберем ключи. Не знаю от чего, конечно. Зачем он мне? Так, посмотрим, что это такое. Буклет для новых членов общества. Небольшой буклет, краткий, объясняющий новым спонсорам, что такое общество Ковчега. Первый раздел посвящен организации и структуре, способной общества, члены общества, зодчий и совет. Второй раздел содержит каталог различных услуг общества Ковчега, в которых популярна система бункеров Оплот. Проект арктического города в новой перспективной... Так, понятно. Оплот, что, эльфы что ли? Оплот. Так, нам такое... Ой. Нам такое-то громадское не надо. Вот здесь какая-то штука. А, это аккумулятор. Ломик. Да блин. Вот тут. Выкинуть. Ага, не могу напакостить-то. Все, выходим. Кстати. А что ты на меня-то смотришь?
Да спокойно. Так, ну-ка. Okay, understood. Только... А, ну ладно, хрен с тобой. Тихо. Конечно, все взять. Иди-ка вот сюда. Блин. Тихо. Давай, тащим его. Ну, надеюсь, тут долго еще никто не будет ходить. Так, берег зачищен. Не нужен нам берег турецкий, да? Блин. Где ты? Весло. Кто пойдет? Блин, они видят друг друга, ладно. Так. Ладно, с вами мы потом разберемся. Пройти-то мы прошли. Вот можно, кстати, посюда вот. Да зачем ты сел-то? Ползи давай. Так. Что тут есть? Куча солдат. Блин, камера. Ну, хотя мне на камеру-то вы сами знаете. Так. Вот так вот. И если получится даже... Камеры отключили. Вот здесь вот, наверное... Да. Так. Где ты? Ладно, осмотр идет хорошо. Не включили вовремя, да? Второй пошел. Тихо. Пойдем. Следующие, да, будут? Опа. Давай. Третий пошел.
Давайте его удавочкой. Опа! Тащим. Не убивайте константу. Ну и последний остался. Че, он пойдет, не пойдет? Пошел. Ну, сейчас я его до кучи. Потом наверх поднимемся, вот тех двоих уберем. Чтобы они нам не мешали. Да. Блин, тех двоих тоже надо было хрен нахнуть. Так, все собираем. Так, да встаньте. Рация. Вот она, да. Как я и говорил, косячим. Все. Теперь идем наверх. Давай, блин. Подожди. На. На. Блин, нас заметили, ладно. Как нас заметили, так. Значит, надо чем-то отвлечь. А, пистолет брошу. Видеонаблюдение отключено. Опустить лебедку. Так, тут слезть можно. Блин. Тихо. Так. Блин, а как избавиться-то? Так, ладно. Блин, да нет. Следующий кто пойдет? Подожди. Так. Что у нас тут есть? На.
Так. Так. А что замаскироваться? Подожди, я могу замаскироваться, что ли? Нет, не могу. Давай сюда. Стой, ключ. Хрен знает от чего, конечно. Но да это и не важно. Кексик. Сойдет. А, блин, вот сюда можно было их прятать. Ладно. Это подействует, нет? Блин, блинский. Так. Нет. Тащим. Так. Ну-ка, если вот так попробовать. Ой, там так много людей. Так. Какая-то штука. Эй, security guy. Hold up just a minute. Да я уже ухожу. Давай. Спокойно. А, меня заметили, подождите. Меня же заметили. Сейчас мы. Блин, надо как-то так накосячить им так. Давай, покопайся там. Вау, там ключ есть. А у меня вроде ключа-то еще и нету. У них там какая-то мина, бомба какая-то есть. Ну что, бывает такое, да? Аппаратура выходит из строя, ты как хотел. Не. Кстати, надеюсь, он помер. А теперь ты пошел. Че, ну нету кореша. Вообще, вы знаешь, такой ненадежный человек. На. Подожди, так это не все. Ну что ты там, ты-то внизу?
Но я даже не знаю. Обнаружено тело будет, ага, как же. А нет, смотрите-ка, он идет. Так, это, по-моему, тот, которого я хотел это загасить-то. На. Ну и это еще не все. Пойдем. Господи, смотрите, сколько их тут. Так, надо вот что-то с тем делать еще. Потому что он меня знает. В обход идти, что ли? А что ты присядку-то идешь? Иди гордо, не бойся никого. Найдено, кто нашел? Подожди. На. Так. Ну, передал он по рации, и что? К ним уже никто не пришел на помощь. А, кстати. Ну-ка, давайте-ка. Нашу маньячную натуру-то вот здесь проверим. Так, подождите. Сохранюсь. Посмотрите, он кто-то там вырядился-то как. Блин, нам не туда попасть надо как-то. Открывается так, что с этим странным? И это ежегодная церемония Феникса. Она символизирует крах цивилизации, из которой общество Ковчега выйдет целым и невредимым. А, возражение ясно так. Грядущее чучело так и до несчастного случая недалеко. Интересно, Зои Вашингтон примет участие в церемонии, символизирующей крах цивилизации и чудеса спасения общества. Планируется сжечь огромное чучело Феникса, внутри которого будет сидеть Зои. Предлагаю найти церемонианта, который зажжет факел, и узнать, как она будет эвакуироваться оттуда. Ага. Понятно. Давайте. Чучело Феникса Зои Вашингтон примет участие в церемонии, так. Некий цемент так должен поджечь огромный чучел Феникса, внутри которого будет сидеть Зои. Так, вот подождите. Подожди, вот у меня пистолет есть, так. Монета, и это... А, это памятный значок. Так, сходи, проверь. На! Блин, нифига не так. Так. Вот я хочу вот их захреначить. И все тут. Что тут поделаешь? Нет в том моей вины. Странно.
should really check that out. Go have a look-see, please. Roger that. Да. Давай. Избавимся от тела. Вау, здесь что-то есть. Кирпич. И здесь кирпич. Берем. Так. Уверен, можно там пробраться, но нет. Мы пойдем вот сюда. Блин, а они все-таки там. Ну-ка. Как нам можно здесь выкурить-то их? Блин, блинский. Так. Так, это что такое? Отчет о безопасности гидравлической двери. Отчет о безопасности. Так, утечка под гигантским чучелом во время есть потайной аварийный выход, но согласно этому отчету гидравлический и запорный механизм слишком чувствительный, малейший перепад давления может заблокировать замок, и сидящий в клетке человек уже не выберется оттуда. Все. Так, найдите церемонии мейстера. Господи, я ни хрена это еще и прочел даже. Так. Ага, вот он что. Так, включить. А у меня отвертки нет. А где можно взять отвертку? Здесь есть отвертка? Да хрен там что есть. Господи, так. А, вон он вроде невысоко. Только в каком обличии я должен к нему явиться? Ладно. Так, нажать кнопку, что будет? Блин, блинский. Вот он недалеко, невысоко. Надо просто вот этих вот. Двух перцев. Давай, 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 давай. Курить, здоровью вредить. На. Хопа. Пойдем. Тут никого рядышком нету. Первый пошел. Подчищаем. Тебя живого скину. Вот так вот. Смотрите, с одной стороны гораздо меньше народу будет. А что, он еще и не упал, как водится, до конца-то, да?
Ну и второй там же. Так. Подождите. Так. Хочу узнать, что это за кнопка. Вау. А я наиглавнейший. Блин. Ладно, ползем наверх. Надеюсь, я в нашем-то это, как сказать. Ну-ка, все равно придется переигрывать, так хоть найдем. Ага. Блин, блинский. Понятно. Значит, надо что-то с ними, со всеми там сделать, чтобы они, блин, куда-то отвлеклись. А. Ни хрена я вылез, такая толпа. Нажимаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что у нас здесь имеется? Да где, блин, мне взять-то это? Как мне туда наверх-то пробраться? Я уверен, способ есть, причем очень простой. Так. Это что? Отчет о безопасности аппарата для СТ. Так, отчет о безопасности старого аппарата сестер важен для электросудорожной терапии. Согласно отчету, препарат нуждается в профилактическом ремонте аппарата. А при высоком напряжении есть риск короткого замыкания техник. Написавший отчет прорекомендовал Зои Вашингтон не пользоваться аппаратом для собеседований, пока устройство не пройдет все необходимые испытания. Блин. Что здесь? Это что, поджечь надо или что? Зажечь, но у меня и спичек нету сейчас. Нет. Нет, она заметила, блин. А как ее отвлечь? Здесь вот никто ходить не будет, надеюсь. Хотя нет, подождите. Ходить не будет. Так, пока я охранник. Берем все яблоки, берем. Да где, блин, отвертка? Ой. Чуть не попался.
Так, ладно. Sides of a middle class upbringing. What did you get? I got the 4-bedroom suite. Oh, hey, stop. You don't stop, there'll be trouble. Sir, I'm talking to you. Sir. А кто заметил? Ой. Так, подожди. Так. Ну-ка, немножко вот сюда отойди. Блин, вообще нифига не так. Ладно. Теперь мы знаем, как это все делается, что они там делают, за каким хреном они туда приходят. Так. Здесь-то что у нас? Туалет. Берем отвертку. Наконец-то, так долго тебя ждал. Переодеться. Так. Подождите минутку, мне надо кое-что сбросить. Все. Главное не забыть, где это одежду оставил. Давай быстрее. У вас есть свой вход. Блин, а у нас, значит, вход есть еще свой. Подождите. Блин, да как мне до этого церемониймейстера-то добраться? Блин, блински. Туда мне нельзя. Кухня. Так. Кокосы. Блин, блински. Вы меня просто таки зажимаете везде. Давай, отходи.
Может, нам не наверх надо еще туда вот так в этом облике подняться? Давайте смотрим. Блин, запретная зона для нас. Подожди, блин, ладно. Надо достать ключ. Ключ, как я понимаю, есть у охранников, которые там стоят. Как мне их расхреначить? Проблема. Давайте думать. Что можно с ними сделать? Так, так, так. Как вот их выманить? Блин. Вот так можно было только в образе охранника, конечно, пройти. Тихо. Замаскироваться. Да не проблема. Так, мне надо тогда вот так вот сделать. Если уж маскироваться. Никто из вас не так. Это просто зрелище. Зрелище, Господи Боже, что я наделал? Зачем я поддался на ее уговоры? Так. Блин, да какой монетка нахрен? Я уже все подготовил. Так. Читаем досье. Так, это что у нас? Записка про чучело Зои, записка, которую Вашингтон адресовал. Ладно. А где у нас церемонимейстер? Вот он. Теперь нам надо куда попасть? Ага. Ладно. Ключей нету никаких. Так, это что у нас? План цереминистра, так. Так, подожди. Это что у нас? Смотрим. Наброски с дизайном чучела. Что, нам куда-то наверх можно еще? Вау, тут топор такой.
Пипец, я даже не знаю. Ну давайте посмотрим, что у нас там. Ну чучело вижу, да. Зачем сюда только забираться, я не знаю. Так. Блин. Ладно, давайте загрузим. Не так, ох, не так, блин, это кто же знал, что он туда придет? Блин, беги! На! Ладно. На какое мы тут? Сейчас сделаем все. Надо только спрятать эти трупы. Так. А я знал, что так будет. Давай. Блин, а куда вас здесь всех спрятать-то? А, есть, есть места. Зачем я поддался на ее уговоры? Сказать мисс Вашингтон, что вы будете выступать. Ну отворачивайся. Так. Хватай его. Куда тащить? Вот сюда притащу, здесь. Ближе все-таки. Будем прятать. Первого спрятали. Так. Второго. Я вот не знаю, нужен нам чертеж тут, не нужен. Так. Спрятали. Так. Теперь вот это тело. Не знаю, может за раз поди так сделать было или как. Ага, не сюда. Прошу прощения. Скоро уже та придет. Так. И пока меня не разоблачили, я должен буду туда прийти. Так, берем ключ. Давайте вот этот. И вот так вот сделаем.
Досье. Это мы уже видели. Так. Нас все еще могут видеть. А, подождите, раз мы дверь-то открыли, мы же можем это... Да стойте. Хоп. Вот все, мы практически... Блин, да где тут? Нет, не сюда, блин, не сюда. Все, вылазь, вылазь. Блин, ты... Ой. Надо тебе диагноз какой-нибудь диагностировать. Так. Пропустите. Я наиглавеннейший церемонимейстер. Так. Щедрый дар, но он лишь капля в море. Так. Дожидаемся Зои. Где она? Вон она идет. Давай, я не спешу. Там уже никого нету. Люк мы подпортили. Долго-долго все это. Как вот она там будет выходить? Там есть дверь, что ли, или что? Я не мог выйти, она спокойно ходит там. Ну, скотина. Да ладно, давайте. По крайней мере, она уже идет. А это уже хорошо. Вы готовы, дети? Зои готова к церемонии. Так. Зои Вашингтон. Общество Ковчега признает вас законной наследницей нашего основателя. Нашей вдохновительницей, нашим светочем. Хранительницей нашего будущего. Отлично сработано, 47-й. Наслаждайся вниманием. Спонсоры общества Ковчега. Вы находитесь в узком кругу избранных. Наш основатель Янус научил нас так выживание, но это мало. Мы должны жить и лететь к небу. Общество Ковчега должно думать не только о выживании, но и о прогрессе. Будь то наш новый дом среди звезд или следующий. Кстати, это, возможно, единственный раз, когда я сделал это несчастным случаем. В этом и состоит цель элиты, не просто возглавлять, а вести за собой. Да хватит тебе болтать уже. Что за болтушка попалась? Когда люди вновь спрячутся в пещерах своих, в суеверии мы будем поддерживать пламя. Мы станем светочами, первопроходцами и пионерами. Не стыдитесь своих привилегий. Гордитесь ими, будьте бесстрашными, ибо мы создаем будущее. Откуда у вас пионеры? Пионеров у вас нет. Ну давайте, песня пионеров-то. Взвейтесь кострами, темные ночи. Ну что, я-то здесь. Куда мне идти-то надо? Ты подскажи. Пойдем. Увы, какой Финтер убойный наряд. Ну что ж, начнем шоу. Поджигай. Пока весь мир горит, мы возрождаемся из пепла. Вот тебе, но просто выжить нам мало, мы хотим жить. Вот так. Чё, не получается? Ну, всякое бывает, смотрите. Чучело. Горит.
Так. Ну что ж, так держать 47-й. Ладно, пока там суть до дела, надо сваливать. Мастер. Конечно, мастер. Где у нас там? Второе тело. Нет, нет, нет. Так. Можно было сюда прийти и из пушки ее пристрелить. Ну да, кстати, вот она как раз нацелена так. Так, это все отравить, отравить, отравить можно. Ну-ка, вот так вот. Вот тебе несчастный случай. Пока никто не видит. Главное, курят еще рядом с газовыми горелками. Так, мне нужен такой наряд. Смотрим, она где-то курит или что, или... Вот, давайте послушаем. Пока, Блейк, так. Облачный змей, говорят, его носил сам Монтесуму. Его искали 5 веков, пока Блейк Натаниэль не открыл гробницу змея. Невероятно! Да что чертова оживели? И, кстати, сестры Вашингтон нашли его первыми. Говорят, София буквально держала его в руке, когда Натаниэль спустился по веревке. Включил ту древнюю ловушку, и тут началось убийство и хаос. Но они разве не любовники? Сходятся и ссорятся. Сейчас они в ссоре. Поэтому здесь только столько охраны. Не понимаю. Это собственность музея. Общество Ковчега собирает шедевры искусства и исторические ценности, чтобы спасти их от мировой катастрофы. В этом году знаменитый охранник за сокровищами Блейк, охотник, Блейк пожертвовал в растущую коллекцию общества акцесское ожерелье, облачный змей, но Блейк боится, что София Вашингтон, его соперница и бывшая любовница, которая долгие годы искала змея, захочет украсть ожерелье до того, как оно окажется на складе. Эта приманка может помочь нам. Ни хрена себе разбить стекло. Куда эти провода тянутся-то? Ага. Так, мне надо наверх, господа, подождите. Запретная зона. Прошу прощения. А вы молчите, что-то. Иди вот, вода у тебя течет. Пошевеливайся. На. Вот так вот. Набери его. Все. Прячем. Ну и ты иди туда же. Чтоб там больше никто не ходил, сейчас мы. Да отойди ты. На. Подожди. Хватаем. Прячем.
Вот теперь нормально. Так, это что у нас? Список пожертвований. You are way too close to me, and you're really freaking me out. Can you just leave me, please? The thing about scrolls is that they're so porous. You make one mistake, and they turn to dust in your hands. It's a joke. Wow. Это он, Константа. Главный контролер. Мы обязаны взять его живым. А, хрен там, подождите. Блин. Его живым надо взять. Получается, мне его где-то спрятать надо. Живого и невредимого. А где тебя я могу спрятать? Ну давайте я в туалет затащу. Так. Черт, ты поспешил, 47-й. Ага, все, я вижу уже, что поспешил. Ладно. Пусть пока это обитает. Поспешил я. Но все равно. Давайте посмотрим. Ага, это мы здесь были. Здесь у нас не то. А, конечно, да. Без проблем. Так. Какие могут быть вопросы? Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, вас выдергивать надо по одному там. Блин, стоп. Через окно можно, да, еще там захреначить их. Ладно, давайте. Давайте попробуем. Yes, hello. Так. Где у нас? Так. Так, маскировка. Ничего, что там кровище столько. Отключить. Все. Так, перепрыгнуть, господи, зачем? Ох, как много всего здесь. Подожди. Смотрим. Блин, так много всех людей. А, стой. Так. Ты ко мне идешь? Нет.
Ну-ка. Ну, как тебя? Вот так. А мне здесь нельзя находиться. Но это временно. Сейчас мы это исправим. Подождите. Ну чё, кто идет-то? Долго идешь, это кто там такой с веником на голове? Опа! Так. Сюда еще кто-то выпивать выходит, ага. Блин. Ну давай. Well, this looks like no problem. На. Ой-ой-ой-ой-ой. Где она опять? Еще одна. That is Sophia Washington. Так, спокойно. Chair of the Ark Society, professional treasure hunter and Providence operative. Quite the resume. И этот-то, подождите, где-то... Так, это что, газетная вырезка, так? You know that Kronstadt designer in charge of the brain upload program? Hey, I'm sorry, you're gonna have to leave. Ой, прошу прощения. She seemed really interested in this adventure. Yes. Так. If I may be so bold. Well, whatever it is she's plotting, he did not want to be part of. Council still in session. But no, they pulled a recess. Блин, да я за ней не успеваю просто гоняться. Блин, блински. Ладно. Начнем складировать тогда. Ну давай, давай, иди. Стоит еще, смотрит. Хоп. Так. Открываем. На. Вот и все. Нам туда не надо. Как ты меня вычислил? You, get over here and watch the alarm. Так, иди сюда. Не смей уходить отсюда. Хорошо.
Ой. Да я туда вроде как и не собирался. Мы, блин, идем за этим ожерельем. Попробуем все-таки его взять. Только навряд ли, конечно, как официант мы его возьмем. В этом я сильно сомневаюсь. Да тихо вы. Ни хрена вы там. Блин. Давай, 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 давай. Так, замискруйтесь под Блейка Натаниэля. Блин. Спокойно, ребята. Под Блейком Натаниэля. Где я его замаскируюсь-то под него? Это вот этот синий, что ли? Подождите, не спешите. Блин. Фух. Куда бы? Вау, так у вас тут. Эх, крысиный яд. Так. Теперь можно рисовать надо. Мне надо под него замаскироваться. Ага. Охрана. Охрана. Так, что у нас здесь? Ой. А здесь у нас? Так. И как же нам пакостить? А, вот под этого нам надо замаскироваться. Подождите. Блин, надо как-то спуститься вот сюда. Подождите, без меня не начинайте. Ну ты куда уходишь-то от меня? Как тут спускаются-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Подождите. Смотрим. Ага. Все, понял, под кого надо замаскироваться.
disabled us. But there was someone here the whole time. И зачем? Так, никто из членов общества не проявил бы столько глупости и неуважения. Сенсоры тоже. А, спонсоры тоже. Может, кто-то из смотрителей взял? О, нет, я точно знаю, что случилось. Вернее, кто случился. Правда? И кто же вор? Ты не поверишь, если я скажу. Ладно, я сам разберусь с этим. Иди работай. Или чем ты там вообще занимаешься? База, дай мне нужно подкрепление в галерее. Все, давайте идем за ним. Будем искать место, где его задушить нахрен. А что нам искать-то? Тихо. Так. Хоп. Ой. Подождите. Надо осмотреться. Мне надо как-то уйти. Идем наверх. Так. Залазим наверх. Что нас здесь ждет? Поиск. А мы вот сюда. И надо опять куда-то уходит. Так. Минутку сохраняем. Подожди, не уходи. София. София. Я едва узнал тебя без ножа в моей спине. Я облажался, теперь я это понимаю. Поговорим. Это интересно. Иди за мной. Давай. Иду. Так, экспериментом по устойчивости. Так, подобно проекту плавучего острова во Франции. Полинезии солнечной батареи. Ну давай, смотрим. Отлично, 47-й. Ну что, исполним заветную мечту Софии. У тебя есть ровно минута. Я поступил нечестно, София. Теперь я понял, ты хочу загладить вину. Вот. Оно твое по праву. Так, гляньте-ка, кто приполз. Оставь нас. Из-за тебя, между прочим, трое наших ребят погибли. Джека провалился в яму, а мы с Зоей спаслись от стрел. Сколько сделал живой щит из местного противника. Это хороший жест доброй воли. Но вину им тебе не загладить. Я знаю. Позволь. Ладно, и не затягивай. Так. Опаньки. Both targets down. Impressive work, 47. And now to confront the constant. Mr. Gray, what's your status? Так. I'm at the helicopter, but the place is crawling with security.
спрячем. 47, you better bring the Constant to the harbor where it's less crowded. You can hijack one of the. И теперь надо только к выходу идти. Question is how? He's not likely to come quietly. Unless you get your hands on a kill switch. Так, выход-то у нас где? Yes, that might just work. Search one of the twins, 47. Вот так. Где выход? Так, помогите Лукасу Грею покинуть Константу. Так, ну это дополнительно. Давайте посмотрим. Поможем. Что сделать-то надо ему? Сразу не мог, блин. Блин. Что за ерунда? Ты внизу, наверху, где ты хоть находишься-то? Так. Спускаемся вниз. Где тут лестница? Так, нашли лестницу. Давай, 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 беги, беги. Не запыхайся. Ты наверху. Ну подожди ты. Блин, блинский. Ты опять внизу где-то. Ты что такой неуловимый? Так. Не убейте Константу. Помогите Лукасу Грею покинуть Константу. Найдите аварийную кнопку. Давай посмотрим. Аварийная кнопка. Тихо, тихо. Прячем. Давай. Ну что ты мне сделаешь? На. Так. Прячем. Опа. Ладно. Ну сколько у вас здесь может быть? На. Пойдем в туалет тебе утащим, или что это у нас? Это уборная какая-то. Кто там еще будет? Блин. Ну-ка. And done.
Вот так. Ой, тут сколько их найдут потом. Это же кошмар. Да, следующий пойдет сейчас. Ну ладно. Кнопку надо найти, значит. А, вот, подождите. Есть шанс. Что-то не то, какие-то... Две кнопки. Ну-ка, ну-ка. Где вот эта кнопка? Еще один. Так, ладно. Давайте еще ниже спустимся. Посмотрим, где эта кнопка находится. Так. Вот предположим. Так. Подвалы. Как мне туда зайти? Минутку. Вот. Что-то похожее. Еще ниже. Так, это уже похоже. Так. Да тихо ты. Нет, не получается так. Не знаю я, где-то кнопка, как до нее добраться. Давайте подождем, когда уйдут. Тут уже никого нету. Все, я же их всех. Ну там, видите, как-то так как-то туда пробраться надо. Поэтому никаких дополнительных заданий. Чертежи чипа с ядом. Перебьется. Ну и все. На этом миссия закончена. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Ну и увидимся уже только в следующем видео. Черная полоса. Северное море. Лежит без сознания. Видите? Устал человек.
Так он мертвый. Походу дела так. Или нет? Все еще хотите навести порядок, мистер Эдвардс? Ох, что же вы натворили, мисс Бервунд? Меняете коней на переправе? Как непрофессионально. Вы знаете, что нам нужно. Где же пряник? Пряника нет. Вы не нужны партнерам. Вас раскрыли. Даже если мы вас отпустим, обратный путь вам заказан. Зачем гробить себя ради них? Ведь я могу утащить их за собой. Карты у вас плохие, но других нет. Ну да. Сейчас там уж пакость. Три семьи. Всего-то. Ингрэмы, Карлайлы и Стивен Санты. Три династии объединили свои ресурсы, создав черную дыру, которая затягивает в себя абсолютно все. Впервые слышу о них. Они слышали о вас. На самом деле вы у них на повестке дня. Идите. Нельзя, чтобы они успели отомстить. Ну, пускай, не спускай с него глаз. Будь начеку. Наконец-то мы одни. Должен сказать, что я разочарован, мисс Брэнвуд. У меня были большие планы на вас. Бросьте. Я уже знаю правду. Вас перехитрили. Вам больше нечего предложить. Вы так убеждены, так уверены в ближайших к вам людях. Он никогда не подводит, разве нет? Он никогда не промахивается. Вы нашли окно в его прошлое. И все же, кое-что остается секретом. Вы давно узнали правду. Неприкасаемых, мисс Брэнвуд, нет. Конечно, нет. Неприкасаемые. Почему неприкасаемые? Хотя кто-нибудь ради прикола отсканируйте у него, там, не знаю, при помощи смартфона. Посмотрите, может, это там у него шоколадка Орео. Ой, печенье Орео там. Ну все, это все.